Всем привет! Сегодня суббота, выходной день, значит, мы выдвигаемся в новое место. Мы сегодня идем на кладбище, знаменитое. Да. Мы уже 2 месяца хотим сюда сходить, но никак у нас либо не получалось, либо не могли оплатить. Есть нюанс по оплате только карточкой местной, поэтому сейчас все сложилось, и мы идем. Смотрите, показывают вам. Да, это прекрасно. Это место прекрасно. Хотел сказать. Это кладбище было основано в 1820 году по 1930 год. И вот среди города открывается такой мрачный вид. Здесь рядом сразу торговый центр. Сейчас на этом кладбище практически нет захоронений. Травой пахнет. Сюда люди приезжают покурить. Так, ищем вход. И сейчас пойдем смотреть. Смотрите, кто там сидит. Очень интересный персонаж. Все, мы пойдем дальше. Танюш, вот вход или что? Нет, это Солида. Солида, это выход. Сейчас. Да, мужчина просто отрезал кусок манекена, поставил себе на голову и накинул накидку. Взял пилу и играет. Зарабатывает бабки, делает бизнес. Ну а что? Очень огромное количество кепок продают, шляп, шапок, перчаток. По ходу дела здесь очередь. Сейчас посмотрим, что здесь вообще такое происходит, как туда попасть. И потом уже как войдем, включимся там. Ну что, мы отстояли очередь. У нас сканировали электронные билеты. И мы прошли. Мы зашли на кладбище, на самое знаменитое кладбище города Буэнос-Айрес. При входе такая аллея сразу. О. Блин, если честно, да, немножечко жутковато даже. Подсознание, понимая, что здесь захоронены люди, жутковато и очень интересно. Кто играл в игру Red Dead Redemption 2, может помнить, что там тоже есть такое же кладбище с такими же склепами. Такая тишина. Вообще просто. Некоторые кладбища разбиты, и там канистра лежит. Ох, какая скульптура. Очень интересно. Сейчас мы Танюшу найдем. Здесь арендуется место максимум на 3 года. Потом ты перезахороняешь.
можно увидеть гробы прямо вот стоят. Здесь маленький гробик. Жутковато на это смотреть. В реальности это да, это очень классно выглядит. Сейчас поснимаем здесь на кладбище, потом выйдем и запустим дрон, посмотрим на это кладбище сверху. Где Танюша? Я потерял Танюшку. А, ты здесь? Танюшка там. Подошли к самому дорогому построенному склепу на кладбище. Сейчас я вам покажу семейный склеп Федерико Лелеор. Взгляните на этот склеп. Самый высокий. Ты еще пока здесь ходишь по этой планете,
Наслаждайся. Делай, твори. Просто мир мертвых. Когда-то они тоже жили, наслаждались. Но время идет. Кто-то был успешный, кто-то нет. У каждого своя дорога была. Шедевры. Офигеть, там его гроба просто лежит. Вентиляционная система стоит. Ощущения, конечно, непередаваемые. Прикоснуться к загробной культуре другой страны – это очень интересно и познавательно. Нашли пару склепов бесхозных. Здесь вообще просто так заброшено все. Там уже все заросло сверху. Здесь такая энергетика, аж камера заворачивается. Танюша пропала. We'll be right back.
А мы немножечко замерзли. Ищем выход. Будем выходить. Вот и выход. Будем выходить с кладбища. Сюда экскурсионные автобусы приезжают. Очень много народу. Так, ждем Танюшку. Давай, Денис, приземлимся. Сфотографировать? Сережки купить. Пошли, купим сережки все. Здесь сегодня какая-то ярмарка проходит. Сейчас посмотрим. Сейчас, может быть, купим Танюшке сережки. Смотрите, какое огромное дерево. Давайте взглянем. Ретро-фото. 1875 год. Здесь такая интересная скульптура стоит. Она держит ветку дерева. И сделана из всяких таких болтиков. А мы сейчас пойдем на ту сторону, сядем на лавочку и запустим нашего дрончика. Кафе «Розовая пантера». Пойдем найдем какие-нибудь сережечки, Танюшки. Купим. Вот еще Танюшка. Нравится? Какой интересный мост.
поднимаюсь на него. Откуда открывается прекрасный вид. А мы поднялись на этот выкрашенный разноцветными красками мост и хотим закончить сегодняшнюю прогулку в потусторонний сверхъестественный мир на этом прекрасном оживленном месте. Да, сзади всего Аргентины, цветок, какой-то интересный музей. Мы обязательно сюда придем в следующий раз. А вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И будем прощаться. Всем пока-пока. Скоро выдвигаемся к миру. Адьос, амигос.